Самоуправление Даугавпилса за 15 тысяч евро планирует приобрести земельный участок, который находится на территории Центрального парка и принадлежит физическому лицу. Специалисты городской думы отмечают, что покупка чуть более 700 квадратных метров позволит, наконец, приступить к реализации проектов, направленных на создание инфраструктуры активного отдыха на данной территории. В настоящее время, не получив согласия собственника этого земельного участка, проводить какие-либо работы по обустройству не представляется возможным. В результате работа в этом направлении продвигается не так быстро, как этого хотелось бы. Окончательное решение по данному вопросу будет принято в четверг на заседании Думы.